Как уже было сказано про глиобластому, что это наиболее агрессивная форма опухоли головного мозга, средняя выживаемость пациентов с таким диагнозом не превышает 1,5 года, как правило. По данным Минздрава Российской Федерации, глиобластома возникает с частотой 3 случая на 100 тысяч населения в год. Основными методами лечения, как уже было сказано, является хирургический метод. Далее, в 70-х годах, к хирургическому методу лечения присоединилась лучевая терапия, и в начале 2000-х к предыдущим методам лечения был добавлен темозоломид, что существенно улучшило выживаемость таких пациентов. Стандартной лечебной тактикой у пациентов в возрасте до 70 лет с недавнего времени является максимально безопасная резекция с последующим 6-недельным курсом радиотерапии в суммарной очаговой дозе 60 грей в режиме классического фракционирования. Разовая очаговая доза при этом составляет 2 грея 5 дней в неделю с одновременным приемом темозоломида. Однако, несмотря на все достижения в лечении данной патологии, выживаемость пациентов остается низкой и составляет примерно 16,6 месяцев, и только в 34% случаев выживаемость составляет 2 года. При лечении глиобластомы у пожилых пациентов, по данным исследования РОА, с авторами не было выявлено разницы выживаемости между стандартными и коротким курсом лучевой терапии без темозоломида. Таким образом, при лечении глиобластомы у пожилых пациентов могут быть использованы оба режима лучевой терапии, как классический, так и данный метод. Доклады ряда авторов о проведении адъюванта дистанционной лучевой терапии в суммарной очаговой дозе, превышающей 60 грей, применяя классическое фракционирование для глиобластомы, не продемонстрировали улучшение прогноза общей выживаемости. Однако Лоуфер и соавторы в своем исследовании применили брахитерапию на 35 пациентах, которым назначили дистанционную лучевую терапию в дозе 59,4 грей с последующим бустом стереотоксической брахитерапии с использованием йода 125 для дополнительного подведения 50 грей в ложе опухоли. Выживаемость таким образом была улучшена сопоставимой контрольной группой. Таким образом, пациенты, которые получили буст, выжили в 80% случаев в течение одного года, и 57% пациентов прожили 2 года против 40% и 12,5%. В 1992 году было представлено исследование, где когорта пациентов проспективно получала адъювантную дистанционную лучевую терапию до дозы 59,4 грея за 33 фракции с последующим радиохирургическим бустом в суммарной очаговой дозе от 10 до 20 грей. Медиана выживаемости составила в данном исследовании 26 месяцев, что являлось, в принципе, впечатляющим. В то время. На протяжении 1990-х годов было опубликовано очень много статей об использовании радиохирургического буста, свидетельствующего о его распространенном применении на практике по всему миру. Основываясь на ранее проведенных исследованиях, группа Archaeology разработала исследование Archaeology 9305, в котором рандомизировались пациенты, получающие адъювантную лучевую терапию до 60 грей с химиотерапией кармустином, и пациенты, получавшие также лечение, но с бустом в виде стереотоксической радиохирургии было 15-24 грей за одну фракцию. Однако никакой разницы в общей выживаемости между этими группами не наблюдалось. В исследовании Archaeology 9305 проводили стереотоксическую радиохирургию до курса дистанционной лучевой терапии. Таким образом, данное исследование включало когорту пациентов с более высоким риском, которые могли прогрессировать во время дистанционной лучевой терапии. Тем не менее, отрицатель результата этого исследования исключил рутинное использование радиохирургического буста для впервые диагностированной глиобластомы. В период с 2000 по 2002 год в исследовании ERTC-NCIS было зарегистрировано 573 пациента с недавно диагностированной глиобластомой в возрасте до 70 лет с удовлетворительным соматическим статусом, которые были рандомизированы только на облучение 60 грей в разовой чековой дозе 2 грей против облучения с одновременным приемом темозоломида. Медиана общей выживаемости была улучшена с 12,1 месяца только дистанционной лучевой терапии до 14,6 месяцев в группе дистанционной лучевой терапии плюс темозоломид. Для пациентов пожилого возраста или в неудовлетворительном соматическом статусе часто применяют только радиотерапию или химиотерапию. В рандомизированном исследовании на 100 пожилых пациентах с глиобластомой
изучался стандартный режим фракционирования 60 грей за 30 фракций и режим гипофракционирования 40 грей за 15 фракций. Более короткий курс лучетерапии не повлиял на результаты выживаемости в этом исследовании. Также могут применяться следующие режимы гипофракционирования 34 грей за 10 фракций и 25 грей за 5 фракций. Использование радиохирургии и гипофракционирования при рецидивах глиобластомы обеспечивает эффективное по времени сальважное лечение с учетом ограниченного прогноза у этих пациентов. В 1990-х годах изучались режимы гипофракционирования, увеличивающие суммарную тепловую дозу с 20 грей за 4 фракции до 50 грей за 10 фракций. В данных исследованиях медиана выживаемости составляла приблизительно 10 месяцев, а частота радионекроза составляла от 23 до 36%, что является достаточно большим процентом. Однако даже при однократном лечении радионекроз был значительным побочным эффектом. Фокис авторы опубликовали крупнейшие исследования повторного облучения глиобластомы. Эта когорта включала 147 пациентов с рецидивами заболевания, первоначально получавшую резекцию опухоли 60 грей послеоперационной лучетерапии в классическом фракционировании. После рецидива было проведено повторное облучение в суммарной очаговой дозе 35 грей за 10 фракций. Хотя о частоте радионекроза не сообщалось, повторная операция у данных пациентов не требовалась. Также было исследование гипофракционирования с одновременным применением тимозолавета. Ретроспективный обзор 54 пациентов, получавших данное лечение с одновременным и адъювантным тимозолавитом, сообщили о медиане выживаемости 12,4 месяца после повторного лечения. Таким образом, гипофракционирование и стереотоксическая радиохирургия следует рассматривать при рецидивирующей глиобластоме в основном. Несмотря на то, что повторное облучение может быть связано с высоким показателем радионекроза, доказано, что меньшая разовая очаговая доза и одновременное применение бевацизумаба уменьшают этот неблагоприятный эффект. Кроме того, стереотоксические методы могут уменьшить объем лечения и снизить токсичность, связанную с лечением для повышения безопасности повторного облучения при глиобластоме. До введения в практику тимозоламида гипофракционирование показывало медиану выживаемости порядка 7 месяцев. Применялась разовая очаговая доза от 3 до 7 грей за фракцию, до суммарной очаговой дозы 25-66 грей. В скандинавском исследовании рандомизированные пациенты в возрасте старше 60 лет получали только тимозоламид, гипофракционирование до суммарной очаговой дозы 34 грей за 10 фракций и стандартное облучение до 60 грей. Медиана выживаемости в этих группах составила 8,3, 7,5 и 6 месяцев соответственно. Для пациентов в возрасте старше 70 лет выживаемость была лучше при применении тимозоламида или гипофракционирования по сравнению со стандартным облучением. И только 72% пациентов в этой возрастной группе смогли завершить стандартное облучение. Роа и соавторы аналогичным образом продемонстрировали эффективность 40 грей за 15 фракций по сравнению с классическим фракционированием в исследовании третьей фазы для пожилых пациентов со средней выживаемостью 5,6 против 5,1 месяца соответственно. Также исследования третьей фазы показали, что 25 грей за 5 фракций не являются неполноценными по сравнению с обычно используемым режимом 40 грей за 15 фракций, со средней продолжительностью жизни 7,9 против 6,4 месяцев соответственно и без различия в качестве жизни. Четверо соавторы сообщили о 19% частоте радионекроза в исследовании при повышении суммарной очаговой дозы до 60 грей при использовании разовой очаговой дозы 3, 4, 5 и 6 грей. Последующее исследование фазы 2 добавило бевацизумаб к методу 60 грей в разовой очаговой дозе 6 грей. С выживаемостью таким образом 16,3 месяца. Однако это исследование было прекращено досрочно из-за чрезмерного радионекроза, который составил 50% случаев. В качестве продолжения рандомизированного исследования, поддерживающего гипофракционирование до 40 грей за 15 фракций для пожилых пациентов ERPC NSYNC TROG, недавно сообщили о результатах исследования третьей фазы, в котором 562 пациента в возрасте старше 65 лет были рандомизированы для адъюванта и лучевой терапии до 40 грей в 15 фракций с тимозоламидом против только этого режима облучения. Тимолучевая терапия улучшила медиану выживаемости до 9,3 месяцев по сравнению с 7,6 месяцами, только при облучении. Выживаемость без прогрессирования была аналогичным образом улучшена до 5,3 против 3,9 месяцев.
Основываясь на имеющихся данных третьей фазы гипофракционирования, химиолучевая терапия может считаться стандартом лечения впервые диагностированных глиобластом у пожилых пациентов с возможностью только гипофракционирования или только тепозоловина для пациентов с плохим соматическим статусом. Несмотря на модернизацию подходов лечения глиобластома, прогноз остается все равно неудовлетворительным у данных пациентов. ЭКЮДЖИ 9305 – единственное завершенное рандомизированное исследование по стереотоксической радиохирургии в глиобластоме у первично выявленных пациентов, не выявило различия выживаемости. Таким образом, нет доказанной роли повышения стереотоксической радиохирургии для впервые диагностированной глиобластомы. В условиях повторяющихся глиобластомы не существует доказательств уровня первого, подтверждающих использование стереотоксической радиохирургии. Сообщение об использовании стереотоксической радиохирургии и гипофракционировании в этой популяции достигает медианы выживаемости от 10 до 14 месяцев с момента рецидива. Кроме того, повторное облучение с помощью стереотоксической радиохирургии при рецидивирующем заболевании несет от 10% до 20% риска радионекроза, который, возможно, смягчается одновременным применением бевацизумаба. Стереотоксическая радиохирургия и гипофракционирование способствуют усилению контроля над опухолями, улучшают качество жизни и снижают токсичность лечения. По этим причинам интерес к радиохирургии и гипофракционированию сохраняется. Однако перспективные данные отсутствуют. Наше понимание поведения глиобластома улучшилось за последние два десятилетия и способствует нашей способности эффективно отбирать пациентов, которые могут получить наибольшую пользу от современных методов лучевой терапии. Достижения в области лучевой терапии в сочетании с новыми системными препаратами обещают улучшить выживаемость и качество жизни у пациентов с глиобластомой. Благодарю за внимание.